у меня тут коробка из-под магнитофона какая-то, ну, из-под компьютера. 40 сантиметров она так, высоту, вот она как стоит, ее видно. 40 сантиметров. Ну и по ширине 40. Вот я опускаю этих котят, которым сегодня исполнилось 1,5 месяца. Вот она беленькая, кошонка. Я опускаю туда его. Вот они здесь сидят, двое. Что они делают? Клапана правый, тут к стенке, прижатый к стенке клапан. Вот он клапан. Этот вот так опущенный, этот опущенный. Она более инициативная, хотя меньше ростом. Вот я заметил, в школах девочки учатся лучше мальчиков. В большинстве. Но намного раньше они начинают терять это преимущество. Ну и на разных должностях, на работах-то везде. Вот. Вот. Смотри, как она будет. В Англии проверяли так, в среднем на 25% женщина меньше развита. А то, ну, доказано, 1000 проверили. Вот сейчас будет беленькая кошонка. Как она будет? Вот она сидит. Он играет, больше ничего не надо. Видишь, какой игривый. Обнимает сестренка. А она нет, ей надо вырваться на свободу. Вот сейчас мы посмотрим, что она будет делать. Я внезапно сегодня думаю, 1,5 месяца, дай-ка я проведу такой эксперимент. Вот клапан этот опущенный сюда на сторону. Это стена белая. Ну, видно тут выключатель. Вот. Она здесь. Вот она смотрит. Голубоглазое чудо. Она сейчас начнет пытаться вылезти. Он дольше сидит. Соображение у него видно, что меньше. Ну, прям похоже на людей. Вот сейчас посмотрим, что у них получится. Вот она, первая. Выскочила. Вот все на пол. Готово дело. Он продолжает сидеть. Я ничего не меняю, не делаю. Вот он даже не нужна, не, нужды нет никакой. Сидит. Рыжий. Рыжий. Вылазь. И вот он не вылазит. Сидит. Она ждет его. Вот клапаны сюда. То есть они подпрыгивают. Не по стенке они идти не могут, потому что картон очень прочный. Коготками зацепляется за бровку. И дальше она выскочила. Все, сидит спокойно здесь. Он даже не думает вылазить. А родились они вместе. Голубоглазое чудо. Все, пошла. Ну, посмотрим. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, 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 так. О! Вот теперь вторая часть эксперимента. Снова их туда сажаю. И зажался как. Но здесь по-другому. Клапан этот сюда направляю, и сверху второй. Вот. Этот клапан имеет свободный ход, туда опускается. А этот, да, этот не имеет возможности. Он упирается в этот. Вот подождем. Что они будут делать теперь? Тут они... Он с опозданием, но все-таки вылез. Она начинает прыгать. Клапан падает вниз. Она не зацепляется, падает туда же. Вот она. Прыжок сделала. Раз, снова. Он даже не пытается. Вот как. Никак. Теперь я делаю что? Туда опускаю сумку. Взял сумку вот такую вот. И опускаю. И сумочку привязал за веревочку. Она вылезти не может. Теперь что получается? У них веревку сбросили. Кавказский пленник. Так, Дина приносила ему. Шест. Он по нему вылазил. Вот она. Теперь она уже пытается вылезти. Все, вылезла. Вылезла. На краю стоит. Впереди моя сейчас полная свобода. Она смотрит. Нельзя ли кверху? Нет, нельзя. Но вообще соображает. 1,5 месяца. Все, спрыгнула. Это она на кровати. Сейчас она пошла дальше. На стул. А он дальше сидит и признаков не подает. Вот она дальше на второй стул перешла. То
Вот что-то там дергает уже, начинается тоже. Она пошла вокруг, все, ищет, где она же грызть начала, да, еще сверху эту продраться надо. А тот сидит там. Вулай, по сумке вылез, 40 сантиметров вверху. Так, дальше осмотрел. А, сестренка рядом сидит. Бац, все. Полная свобода. Вот. А теперь я запущу мать. Сейчас посмотрим, как она придет. Как она будет реагировать, когда я пущу туда их обоих. Вот он пошел там по полкам лазить где-то. Что он там нашел, неизвестно. Вот он там на полочках. Она здесь сидит. Сейчас я мать запущу. Буска мать у них. Буска. Буска, буска, буска. Ой, подскочили рядом. Буска, буска, буска. Буска. Ну-ка иди сюда. Буска, 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 буска. Куда, куда? Куда? Ноги-то убирай, а то придавит. Ну-ка. Ой, открыть не дадут. Эй, вы, дайте матери ход. Буска, буска, буска. Вот, оказывается, нету матери-то. Эксперимент маленечко у меня сорвался. Буска, буска, буска. Буска, буска. Я еще могу сказать. Ушла мышей ловить. Дальше гляжу, рыжая заходит. Какого-то воробья занесла, доедает уже. Они работают. Буска, буска, буска. Буска, буска. Палетом с одним котенком тоже окатилась. Ладно, я на этом закончу, а потом покажу дальше, как будет. Так, ну-ка, отойди, 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 я запущу ее сюда. Заходи. Куда? На улице, ты обнаружил. Шустрая такая. Она зашла. 2 часа ночи. Вот, сейчас я попробую, как им не вылезти, узнать, как она в природе учит. Припали к ней. Все еще сама кормит. Еды не даю. Иначе они где попало ходить будут. Она их вылизывает. Все уже. 1,5 месяца. Сейчас, если только она их опокинет, я попытаюсь опять их туда проследить, как в природе это бывает. Ну ладно, давай-ка я их возьму, а? Дай-ка.
сюда. Сейчас, маленечко, маленечко. Ну-ка. Я один тут порода. Ну-ка, давайте попробуем вон туда вас. Вот так. Вот так. Будет она помогать или нет им? Ну-ка, иди сюда. Так, она еще не поймет, где они. Первый раз видит. Увидала. Что она будет делать дальше? Беспокоиться начинает. Аня прыгает, и так клапан уходит вниз. Вот так. Вот что делает. Будет она их вытаскивать или нет? Она их зализывает. Так же, как здесь, наверху. Сразу туда залезла. Это вот коробка из-под компьютера. Так, я ее приоткрою сейчас. Вот она сидит, выскочила. Я пытаюсь вылезти теперь. Это вчера они начали. Так, это к ночи подошло дело. Она ищет, копается под коробку. Простой выход ищет. Вот когда бывает где-то в метро, вода, крысы хватают за шиворот своих крысят и выносят. Точно так же и кошка. Вчера показали, как удав заползает в гнездо кошки, как она там бьется. Ну, помогает. 26, что ли, миллионов посетителей посмотрели. Там все составлено. Пытается маленький вывести. Что они вылазят сами, когда даю туда ему сумку привязанную, даю, вылазят, понятно. А вот так случится в природе где-то-то подобное. В природе, то есть она отдельно копилась, он сейчас паля.
такая же коробка, ну, поменьше. И она, там масло стояла одна банка. Она залезла там и там окатилась. А теперь надо ее выносить оттуда. Она из-за шиворота оттуда свободно может брать. То есть клапан наклоняется туда, к низу. Я представляю, как будут некоторые жалеть. А что им дать? Ничего им это, их не бьет, ничего. А как же опыты делают? Посмотреть, как она. Успокоились, сосут ее. Это 40 сантиметров, тут ничего нет. Так, это не вода, она же чувствует, что они не плачут. Поэтому... Ей неудобно там, может быть, ложиться. Не знаю, почему она их туда, оттуда не выносит. Ну, это если бы вода была там, они бы их кричали. Это так, опыт неполноценный. Но все равно видно. Она свой туалет привела в порядок и сразу к ним. Ну, они, считай, 5 часов не ели. Очень хорошенькие такие. Ладно. Как только вылезет, так продолжу.
Это я в коробку потихоньку заглянул, а прошло уже 1,5 часа. Я с 2 часов работаю на компьютере, в интернете. Очень большая почта. И к 6 часам едва-едва успею разгрести. Много вопросов. Есть люди новые, пришедшие. И заглянуть решил в коробку. Вот такая картина. Ну, там не вода, конечно. И мне хоть куда-то можно их прятать теперь иногда. Везде, везде, везде лезут. И по столам. Очень хорошая. Мыши-то по столам бывают, и не надо бояться этого. Но еще пока не даю им питаться отдельно. Иначе она за ними убирать не будет. Хотя у них очень хорошая, большая. Здесь большой туалет. Так, раз. Вау, полметра. Полметра на 40. Володя сделал мелко. И ходят пока только по легкому. Может, что-то маленькое есть это. Вот все на этом. Эксперимент закончился. Прошел еще час. Буска вылезла. Я хочу посмотреть, как там у них. Лежат коробки. Надо теперь открывать. Открывать как? Вот эту дать им бегать. Тут они сейчас полезут. Вот она лежит здесь. Сама вытаскивать не будет. Им там хорошо. Даже теплее, чем здесь. Я комнату не топлю. Сейчас полезут оттуда. Вот они начинают вылазить. А она, мать, сидит рядышком, ждет. Это я сумочку забросил. Ну-ка. Что-то не пошла дальше. Вот она, сучки, сидит. А те сидят, видно, наелись, отвалились от нее. У нее молока много, она любящая мать такая. Вот она. Первая лезет. Штурмует. Вылезла. Так, мать где? Ну-ка, давай, сейчас она найдет ее или нет тут. Теперь заботится о брате. Селенка вылезла. Вот она. Так. Пошла мне в ту сторону. Она не знает, где мать. Прыгает. Что пошла туда, непонятно, в угол. Так, исследовать начинает. Ты что здесь, мочиться вздумала? А ну-ка, давай-ка сюда, давай-ка. А, она с просонок-то чуть не на кровати намочилась. Ну-ка, давай вот сюда. Давай-ка, вот туалет ваш где. Вот он, этот вылез. Вот он. Так, а это роет здесь. Вот она села. Тот лежит его. А это не может что-то никак поместиться. Ну, капнуло тут маленько. Вот так села. О! Ты что делаешь-то, а? О, пошла куда-то еще, не в ту сторону. А это балуются с ним.
лежат ему ноги. Еще не может понять, где. То есть она не видит, она не знает, что мать-то осталась здесь. А ну-ка давай-ка с тобой. Там валенок сейчас залезет. Там валенки лежат. Я сделал подпорки туда вот так, чтобы могли залезть. Ой, легонькая такая. Ой, увидала, увидала. Вон она залезает прямо сзади, все из него. Все. Не провернет никак. Сколько же любви у него. А этому только битюкс отталкивает ее. И вот у нее тут и виходка, и мыло, и порошки, и все на языке. Все, высе. Чистенькие. Все, блядь. О, как яро лезут. Она лежит, сейчас ее опрокинут. Господь же так вот устроил. Все знают. Но маленький забывает еще спуститься в туалет. Надо снести. Так ходит днем. И она ее, мать тоже лежит, лежит. Вот, пожалуйста. Год пройдет, она уже сама принесет. Вот два месяца. Залазит под нее. А этот уткнулся, значит, сосок ухватил. Ну, все.